Друзья, всем привет! Вы на канале Angie Fitness. Меня зовут Инна, и это тренировка, которая называется «Красивая попа к Новому году». И сегодня у нас уже четвертая тренировка. Эта тренировка будет состоять из разминки, упражнений на ноги и ягодицы, а также растяжки. Ну что же, давайте начнем тренировку. Если вы новичок, то выполните эту тренировку в 2 круга. Если у вас уже есть стаж тренировка, то выполните эту тренировку 3 круга. И начинаем мы нашу тренировку, как всегда, с разминки. Начинаем разминку с ходьбы на месте. Выполняйте вместе со мной. Теперь выполняем закрест голени назад с разведением рук. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. И еще 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Теперь поднимаем руки вверх и на выдохе складываемся. Опускаем локоть вниз и поднимаем колено к груди. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Отлично! Следующее упражнение для разминки – это наклоны вперед. Поставьте ноги немного шире плеч, поднимите руки вверх и наклонитесь вниз. Вот такие круговые движения у вас должны быть руками. На выдохе встаем, на вдохе опускаемся. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Отлично! На голове кипишь. Следующее упражнение – мельница. Поставьте ноги широко и выполняйте наклоны с разворотом корпуса. Одна рука касается ноги с противоположной стороны. Вторая рука смотрит вверх. То же самое на вторую сторону. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нога прямая. 7, а это согнутая. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Еще 10 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично! Мы закончили разминку, переходим к тренировке. А теперь упражнение для ног и ягодиц. Четвертую тренировку мы начинаем с упражнения перекрестные выпады. Перекрестные выпады выполняются точно так же, как и выпады назад. Разница лишь в том, что ногу мы отводим не назад, а делаем ее перекрестно. Очень важно, когда вы выполняете упражнение перекрестные выпады, чтобы колено той ноги, которая у нас статична, чтобы колено смотрело туда же, куда и носок. Не гуляло ни вовнутрь, ни наружу, иначе вы можете упасть. Обязательно держите свою спину ровно, и когда вы
начинаете приседать, можете тоже немного отвести таз назад. На выдохе возвращаемся. На вдохе приседаем, на выдохе возвращаемся. Если вы новичок, вы можете не использовать отягощение, выполнять это упражнение собственным весом. Если стаж в тренировках у вас есть, вы можете взять в руки гантели. Упражнение «Мостик с подъемом ног». Для выполнения этого упражнения нам понадобится стул или диван, или скамья, если оно у вас есть. Выполняется это упражнение следующим образом. Мы садимся на нашу поверхность, ставим руки на край, отводим ноги вперед и выполняем вот такой мост. Важно не проваливаться, а держать себя спинкой. И затем на выдохе мы поднимаем ногу, на вдохе опускаем, держа мост, мы не проваливаемся. И затем вторая нога. И так поочередно. Упражнение «Обратная гиперэкстензия». Нужно лечь на живот, подложить руки под голову, как будто бы вы отдыхаете на пляже, согнуть ноги, немного раздвинуть их в стороны, и не отрывая корпуса, нужно поднять бедра вверх. Вот так поднимаете бедра и опускаете. Кладете голову вверх, туловище отдыхает. На выдохе отрываете, зажимая максимально ягодицы. На вдохе опускаете.
Ну вот, я показала вам один круг упражнений. Если хотите, вы можете выполнить еще один, а потом еще один. Перемотайте тренировку на начало выполнения упражнений и снова выполните эти упражнения. Ну что, вы закончили выполнять круги упражнений? Молодцы! Теперь выполните растяжку. Выставите одну ногу перед собой, а вторую заведите назад. И выполните наклон к ноге. Нужно почувствовать, как растягивается задняя поверхность бедра. Зафиксируйтесь в этом положении на 20 секунд. Смените ногу и выполните то же самое на вторую. Теперь потянем наши квадрицепсы. Лягте на спину. Одну ногу оставьте согнутой в колене, а вторую заверните вот таким образом и надавите на бедро. Можно почувствовать, как растягивается передняя поверхность бедра. Задержитесь в этом положении на 20 секунд. Теперь выполните то же самое для второй ноги. Теперь растянем ягодицы. Поставьте голень одной ноги на бедро второй. Подтяните немного вниз. Одну руку протяните через кольцо, которое получилось у вас между ногами. И обхватите ногу, которая у вас на весу. Вот так вот двумя руками лягте и потяните на себя ногу, которую вы держите. Таким образом у вас растянется ягодица. Задержитесь в этом положении на 20 секунд. Поменяйте ногу.
Ну вот, наша растяжка закончена, так же, как и окончена тренировка. Увидимся на новой тренировке. Всем пока!